Пошла. Every time in my dream I see you, I feel you. Это наша рабочая ночь в магазине Foodlion в Америке, в Южной Каролине, в Мёртвом Бейсе. Это профессиональный стокер. Вот давай в зеркале. Вау! Это так, всё. Baby! На-на-на-на-на-на-на! Russell, what's up? Teddy, not our manager. What's up? What's the last stop? Это trash machine. Смотри, сколько пива. Это наш трэш. Wow. Где пиво? О, это экскурсия. Это наше пиво. На наше следующее лето. Завтра мы будем пить Курс Лайт. Здравствуйте, банки от Атаковки. Отступить вас. Идем дальше. Так, это тоже. А вот это? Вот это я тебе скажу. Это на случай, если ты попадешь в туалет и будешь сливать. Вот. Туалетная бумажка. Мало не показывает, да. У американцев все большое, это кофе. Брекфаст, это моя шестая полка. И беда на шестая полка, где есть одни шоколадки. Это Виктор. А довольный-то? Виктор. Это главный работник Foodlion. Самый добрый. Это менеджер, который всегда уходит на ланч и на брейк. А теперь мы идем сюда. Maybe finish it? Yeah, just finish it. Foodlion is Myrtle Beach, в России.